Очень важно представить не только себя, но и свой народ. С большим вниманием участницы отнеслись к каждой, даже самой незначительной детали. Конечно, большую часть времени работали над созданием образов, подбирали национальные костюмы. Главный акцент я бы сделала здесь, на главном уборе. Это главный убор не замужней девушки. У замужней, соответственно, отличается. Кристина Мефодьева – представительница местной чувашской национально-культурной автономии. Девушка профессионально занимается вокалом, неоднократно участвовала в различных конкурсах. Однако в подобного рода состязаниях за победу борется впервые. Самым сложным, наверное, была именно подготовка к дефиле. Так как мы не занимаемся профессионально как модели, именно проходка, заучивание всех этих выходов было немножечко, да, непросто. Организатор подчеркивает, это конкурс не только красоты, но также интеллекта и творчества. Мы уже много лет реализуем проекты в сфере межнациональной политики. И вот такое мероприятие как бы нам в голову пришло, потому что у нас действительно многонациональный прекрасный край. Ну и кроме того, девушки Пензенской области действительно славятся своей красотой. Это правда так. И мы решили это показать. Перед выходом на сцену с конкурсантками работали хореографы, стилисты, представители мира модельного бизнеса. Все участницы должны выглядеть безупречно. Анастасия Калашникова – будущий социолог. Девушка представляет на конкурсе «Русский народ». Подобная тематика ей близка. С самого детства в картинной галерее мы изучали ремесло какое-то руссконародное. И тут как раз еще диалог культур, когда все народы собираются вместе. Так получилось, что мы все нашли общий язык, мы быстро словили такую вот дзен, получается. И у нас все это совместно происходило. Мы как такой уже отдельный коллектив, который смогли столько репетиций пройти вместе, и это все круто получилось. Кстати, в числе участниц студентки не только Пензенского государственного университета, но и других вузов, а также различных национальных автономий. Общей сложности на конкурсе было представлено 9 народностей.